Нужны ли друзья в наше время, если возможно в любое время зайти в интернет, посмотреть ролик, написать кому-то? Как пел Высоцкий, если вдруг оказался друг. Друзья? Ну, друзья, это, смотря что мы в это вкладываем, потому что у каждого человека есть какие-то друзья, друзья детства. У меня есть тоже друзья детства, еще до школы. Ну, вот они друзья, как они были. Как они были, так они и остались. Прошу прощения, какие-то звуки у нас. Вот. То есть друзья были, друзья, они остались, но это не имеет отношения. Друзья, они в этой жизни друзья. И родители в этой жизни родители. Но дети в этой жизни дети. А в следующей жизни будут уже другие родители, другие дети, другие друзья. Поэтому это все приходящее, это материальные какие-то вещи, которые в этой жизни вот так они и есть. Ну, это нормально.